Да? Нифига себе, при чем тут радости пива, спросите вы нас. А вот, какой пошел у нас? Да? Охотник, твою мать. Блин, свинью приготовить не может. Я что-то пива не вижу. Пирог для вас отвечаю. Ученые доказали. Так, внимание. Научные знания получаете, научные. Для вас отвечаю, ученые доказали, что пиво представляет собой один из самых сбалансированных напитков. А разумные дозы приема пива дают антистрессовый эффект, усиливают кровообращение, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют пищеварению и обмену веществ. А пивные витамины оказывают благотворное влияние на волос, здоровье кожи, препятствуют образованию кариеса, и даже атрофии мозга. Специалисты относят пиво к самым здоровым продуктам. Я посмеялась тут, конечно, да. Вывод из этого: разумное употребление хорошего пива – это возможность радикально, товарищи, улучшить состояние здоровья нации. Алкоголь, содержащийся в пиве, способствует выведению холестерина и препятствует появлению атеросклероза. Пиво все-таки, в отличие от других алкогольных напитков, приблизительно на 92% состоит из воды. И поэтому радикально, вот такое слово тут появилось, радикально удаляет жажду и препятствует обезвоживанию организма, которое обычно происходит под влиянием алкоголя. Да. И это безвредный маленький процент алкоголя дает таки свой разум, делая пивные посиделки веселыми. Так, ну что ж, это был краткий курс о пользе пива для тех, кто еще не употреблял этот напиток. Поднимите руки, кто не употреблял этот напиток. Сегодня не употреблял. Вообще. Бля, выберите его отсюда, бля, не могу уже с ним. Убери руку, ты употреблял. Кто пиво не употреблял? Я не употреблял. А теперь талантов не скрывайте, нужно громко отвечайте. И смотри на жизнь красиво, лучше пей с друзьями пиво. Искаленно и игриво настроение после пива. Миг завьется ваша грива, если выпить кружку пива. Будем други, жить красиво, и настроение выпьем водки. Ну, дорогие друзья, я думаю, здесь собрались те, кто ценит хорошее настроение. А улучшается часто оно от принятия пива. Проверим ваши условные рефлексы. Так, подняли правую руку вверх. Шире пальцы, еще шире. Мы убираем правую руку, то же самое делаем слева. Вот сколько пива рекомендуется выпивать
Подними руки быстрее. Две поднимают. Да, две. Вот только пиво рекомендуется выпивать так. Теперь подняли правую ногу. Теперь это, теперь левая нога, опять топнули, а теперь вместе. Между ног топай, говорят. Вот стой, вот так надо требовать. Сейчас ударяю. Улучшение настроения. Вот стой. Сейчас я буду говорить фразы о пиве. Если вы согласны, то или аплодируете, или делаете глоток. Либо пьете на брудершафт. Либо стоя с дрожью ура. Воздерживайтесь от пива. Женщины песен. Преимущественно от песен. Не врач, а терапевт. Это кто? Терапевт. Дед Мороз? Да. Кто пьет, кто пиво пьет, сто лет живет, да или нет? Да! Если пиво ты не любишь, значит жизнь свою погубишь. Лучшее средство от морщин 8 литров пива на ночь. Ого! У человека всегда должно быть горячее сердце и холодное пиво. Кто к нам с пивом придет, тот за водкой побежит. Да! А пиво утром не роскошь, а средство выживания. Ребята, да! А терапевты что, есть? Пиво всегда входит и выходит отлично. Да! Наслаждаться надо пивом, жизнь тогда пойдет. Красиво! Господи, дай людям пиво, и они дадут тебе зрелищ. Да. Биру-бир! Да, истина в вине, а поиски ее в пиве. Ну, чем меньше пива, тем третий лишний. Не перепились еще на Руси, добрый молодец. Ой, да. Не перепились. А главное, пейте пиво пенное. Будет жизнь отменная. Так, и теперь загадка. Пиво должно содержать три буквы Х. Какие? Хмель. Нет. Холодное. Холодное, правильно. Дальше. Три. Х. Холодное. Хмельное. Ты забыли, что нет, что ли? Хмельное. Нет. Холодное. Дальше. Еще раз холодное, еще раз холодное. Нет. Думайте. Пиво какое должно быть? Хорошее. Да, хорошее, холодное. А третье, знаете, какое? Ни за что не отгадайте. Халявное. Ребята, за халявное пиво. Это серьезно. Халявное невкусное. Так, проводим интеллектуальный конкурс. Вы что думаете? Первый день Нового года это что? Это вам что, расслабуха только? Да, вот сходить на море, попить коньячка, да, там, я не знаю, на халяву пиво. Нет, ребята, это еще интеллектуальный конкурс. Нужно угадать известные в нашей стране марки пива. Хеннесси? Да подожди. Да. Балтика! Пиво! Балтика! Названо в честь народной сказки. Три медведя! Балтика! Громче! Балтика! Три медведя! Молодец! В названии пива злак. Колос! Ячменный колос, да. Пиво крупная река в России! Пивная? Балтика! Думаем еще. Вот какая-нибудь Амура, ты что там есть там у нас? Что еще? Лена. Москва. Нет, пивнушка. Обе. Прям крупная река. Это что за крупная река, что мы ни хрена не знаем? На юге России. А, вот так бы и сказали. Ориентиры, Андрети. Дон, да, кто сказал? Да, Дон. Нет, какого пива. Пиво-пенсионер. Жигули! Пиво-пенсионер. Который... Старый мельник. Правильно, Жигули. Старый мельник. Старый мельник. Название пива – любимая машина россиян. Жигули! Название пива – популярное
Полярное животное. Белый медведь. Да. Отвратительное. Название пива. Слушайте, кто у нас любитель? Профессионального металла. Золотая бочка. Название. Я не пойму, кто любит пиво. Одна из сторон света. Одна из сторон света. Кто знает такое пиво? Вест. Восток какой? Какой восток? Восток. Какой? Красный. Красный восток, да. Красный. Пиво названо в честь человека, пренебрегающего диетами и спортом. Толстяк. Правильно. Пиво, все знают. Пиво названо в честь любимого хобби многих мужчин. Охота. Охота. Это когда ей охота, и тебе охота. Пиво называется так же, как картина известного русского художника. Три медведя. Нет. Три богатыря. Да. О! Мишки в лесу! Если в конце названия добавить мягкий знак, получится глагол, имеющий непосредственное отношение к пиву. Пит. Пит. Пит или пить? Пит. Пит или пить? Уже нет таких, наверное, пив. Так, закончите пословицу. Баба с возу кобыли... Курсе дело. Пить. Пиво. Пиво. Мы всегда говорим пиво. Слово давайте. Пиво. Все вместе хором. Сама пить, да? Баба с воза, кобыли. Пиво. Собаки собачьи. Пиво. Чем дальше в лес, тем больше. Пиво. Тише едешь дальше. Пиво. Великий Ленин завещал учиться. Учиться. И еще раз. Пиво. Карл украл, украл кораллы. А Клара у Карла украла пиво. Слушай, у семи нянек дитя без пива. Два конца, два кольца посредине. Пиво. Любишь кататься, люби пиво. Дядя мороженое жене. Пиво. Он возбудился. Кто старое помянет, тому пиво. На дворе трава, на траве пиво. Смотришь книгу, видишь пиво. Приплыла к нему рыбка и спросила, что тебе надобно? Пиво. Ну, посиди с ним. Почему пиво лучше, чем женщины? Ну, ради кого? Дай сюда. Блядь, послушайте внимательно, мужчины, почему Сережа, пиво лучше? Да это вот свинья задолбал, уберите его отсюда. Мы уже убирали отсюда. Да. Только ты... А теперь как плохо повез. Мы его отодвигаем его там, выделяем отдельно. Сережа, Протоколов. Сережа, Протоколов, скажи, чем это... Чем пиво лучше, чем женщины? Можешь послушать? Или тебе не надо это? Ну это не надо. Заинтересовался. Чем пиво лучше, чем женщина? Сиди и слушай. Я бы не сказал. Вот и слушай. Я бы не сказал. Ну, во-первых, вы можете наслаждаться пивом целый месяц. Вы не должны кормить и поить пиво. О, пиво никогда не опаздывает. Вам не придется платить элементы, если вы сменили пиво. Пиво не ревнует другому пиву. Пивные этикетки снимаются без борьбы. Пивные пробки не кусаются. Придя в бар, вы можете выбрать любое пиво. Пиво никогда не болит голова. Пиво никогда не падает в обморок, если от него пахнет другим пивом, если когда вы приходите домой. Имея холодное пиво, вы имеете хорошее пиво. Вы можете иметь более одного пива за ночь, без угрызений совести. Пиво всегда ложится легко. Вы можете делиться пивом с друзьями. Вы всегда знаете, что вы первые. Кто вскрывает? Дайте посмеяться. Мы не успеваем за вами. Заново. Замыслим, как мы не успеваем переваливать. Заново? Давайте. Нет, не заново. Чистите его. Не надо заново, просто... А вообще, тумор пал, посмотрите. Дай-ка я сверху смотрю. Телефон уже пошел. Какой сверху? Сверху он говорит. Так, слушайте, придя в бар, вы сможете выбрать любое пиво. Не всегда. А, все, так, сюда. А где реакция? Где реакция? Конечно, не кинем ее. Давай позаварим. А все, надо. Замыслить. Стоматолог. Стоматолог, иди сюда. У пива не болит. Ты видишь, я вообще по имени не знает, Галь. У пива никогда не болит голова. У пива никогда не болит голова. Не то, что у женщины. Переваривайте. Понятно, понятно. Все, для мужчины так говорит. Это мы переварили там. У моей жены тоже никогда не болит. Пиво. Пиво никогда не падает в обморок, если от вас пахнет другим пивом, когда вы приходите домой. Ребят, кого вы слушаете? Читайте дальше.
Они прикалываются, а вы им верите. Нет, мы не понимаем. А мы серьезные девушки, между прочим. Да. Вы можете иметь более одного пива за ночь. Вот, кстати, вот тут спорный момент. Предупреждение совести. Да, вот тут согласен. Пиво всегда ложится легко. Что пиво ложится? Легко ложится. Легко. Вы можете делиться, вы можете делиться пивом с друзьями. Ой, а некоторые делятся с женщинами. Да, у нас Сережа уже любит. Да, делиться. А что, на Марине у него, да? Кто завтра на мою судьбу? Зачем он чужими женами почему-то делится? Вы всегда знаете, что вы первые, кто вскрывает это пиво. Они знают об этом? Не знаю. Не факт. Вот с ней ко мне приходят, постоянно вскрывают, а я не успеваю. Вы можете иметь пиво публично. Да. Да, вот это тоже хорошо. Смотри, как интересно. А полиция бдит? Ой, да. Здесь нельзя пить. Ну все. Ну еще напоследок, потом танцы. Ух ты мой. Если же доктор порекомендовал вам лекарство, содержащее цинк, натрий, железо, фтор, медь или заикнулся об остеопорозе, вспомните, пожалуйста, что многое нужно организму содержится в таком замечательном полезном для здоровья натуральном продукте, как пиво. Так что лечитесь пивом, друзья. Давайте организуем. Ну, я могу добавить, что мужчина с топорозом не бывает. Поэтому Серега, бери больше, спарки. Женщины имеют на это полное право. Рекомендации доктора. Не мыться, 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 не мы
15 вот так. Не будучи представлен, решите полюбопытствовать. Давай. Ну давай быстрее, сейчас не об этом, я с Крузом. Я с Крузом перепутаю. Так вот. Дорогие мои друзья. Засышь. Во-первых, я хотел всех поздравить поступивших 2020 года. Это арес. Мы шагнули через него вчера. Помедлили, я заметил. И даже не успели заметить, как это произошло. Как будто вообще ничего не изменилось. Вот. Но по поводу того, что было тогда, я бы хотел всем сказать огромное спасибо и низкий поклон. Сереж, давай мне. Отдельный респект нашему многоуважаемому Роману. Оператор. Рома, оператор. У меня карта забаррикадировалась. Я хотел деньги ложить. Корона. Рома, корона. Спасибо тебе, друг. Корона. Спасибо тебе за то, что ты снимаешь, за то, что ты все фиксируешь, за то, что ты делаешь столько, сколько мы все вместе не можем делать. Ром, огромное тебе спасибо. Это за вчера. Это раз. Это раз. Я как тут еврей, да? Рыбка могу сделать только одну желание. Это. Не перебить. Держу. Держу. Я бесконечно счастлив, что мы этот прошлый год провели все вместе. И хотел бы, чтобы и следующий год, наступивший сейчас, 2.0.20, проводили бы так же весело и все вместе. Сколько нас есть, и пусть будет еще даже больше. Ой, да. И я буду бесконечно счастлив. Ой, да. Когда мы все будем рядом сидеть, радоваться жизни на берегу моря или в лесу, на берегу речки, озера. Нет, да, никакой разницы нет, где мы находимся. Да, главное, что мы вместе! Спасибо всем! Сезона 2020 за открытие! Ура! Бавария! Порося! Только с горчицей! Горчицу, блин, называют! Варь, вот туда, давай на тот край! Ни хера себе! Не, горчица давай! Ребят, пока горячая, не горячая, не вкусная!